1 мая мы объявили о проведении митингов. Мы определили места, где будут проводиться митинги по всему Казахстану, приблизительно в 21 городе. В Астане это дворец Жастар, проспект Республики, в 12 часов дня начало. В Шымкенте это фонтан Тюльпан, проспект Талкихана, тоже в 12 часов дня, 1 мая. В Алмате 1 мая в 12 часов 00 митинг внутри парка Горького, у входа изнутри, у центрального входа. Митинг будет продолжаться до 13:30, а затем шествием от парка Горького до Арбата. С 2 до 3 часов дня митинг дальше будет продолжен на Арбате возле ЦУМа, улица Жбекжолы. Мы не можем бесконечно сидеть и ждать, молиться, что Всевышний нам поможет. Что вот сама по себе ситуация поменяется, что Запад за нас все изменит. Я снова и снова повторяю. Пока мы сами не изменим эту власть, не объединимся, перемен не будет. 1 мая, 12 часов дня, на митинг. Алга, Казахстан.